Больше 6 тысяч ульяновцев посетили первую в этом году сельхозярмарку, которая развернулась в железнодорожном районе в минувшие выходные. Свою продукцию горожанам привезли сельхозтоваропроизводители со всего региона. На ярмарке традиционно можно было приобрести молочную продукцию, яйца, сыры, мясные изделия, овощи. Причем по приятным ценам. 450 грамм, стоимость 550 рублей, особенность того, что форель используется наша, ульяновская. Отрадно, что нас услышали фермеры и личные подсобные хозяйства, отреагировали на просьбу нашего губернатора Алексеевича Русских и снизили цену на 15-20% на все виды продукции, которые реализуют. Следующая ярмарка состоится уже в эту субботу, 30 марта, на Минаева в Ленинском районе города.